манчегорцем, покорителем Мончи тундры. Интересна его судьба. Во-первых, он изначально назывался покорителем и защитником Мончи тундры. И только потом, в результате длительного обсуждения, он получил свое нынешнее название. Во-вторых, возник он не случайно. Был объявлен конкурс на основании постановления правительства России. В результате этого конкурса за основу была взята работа, которую сделал архитектор Таксис и скульптор глухих, это мурманские авторы. И первоначально этот памятник должен был располагаться и располагался в итоге, он был открыт в 1977 году на центральной площади города. Через несколько лет было получено разрешение на строительство в нашем городе памятника Ленину, и было принято решение памятник покорителю Мончи тундры перенести на западную окраину города. Было много вариантов. Предлагали вплоть до того, что разобрать этот памятник, разрезать скульптуру и все это собирать потом на новом месте. Однако было принято очень интересное, оригинальное решение. Основание отделили от фундамента. Памятник погрузили на специальную платформу, вот какой он был, да. Мощные тягачи тащили его по всему проспекту Металлургов, а для того, чтобы легче шло движение, пожарные поливали специальную пену, она была как смазкой. Вот таким образом целиком этот памятник был перемещен, и уже новую планировку его на новом месте сделали манчегорские архитекторы Степаненко и Горелин. Чтобы понять историю нашего города, необходимо вспомнить, что основные названия и самой местности, в которой возник город, и окружающих ныне город гор, произошли из саамского языка. Для того, чтобы проще ориентироваться, мы с вами приедем на центральную площадь города, ныне это площадь Революции, и посмотрим на те горы, которые нас окружают. Гора с телевышкой получила название у самых Пуаза-Авенч, это оленья вершинка. Гора следом, рядышком, Нюду-Авенч, Нюд или Нюду, это девичья гора. Гора, которая расположена сразу за комбинатом, с общезнакомое такое название, да, это от самского слова Сапт, пенная гора. И, наконец, самая высокая вершина из гор, которые окружают Манчегорск, это Нитис, что в переводе означает «дочкина гора». Все эти переводы достаточно условны, потому что есть много вариантов, но вот это наиболее утвердившееся. Как писали исследователи Мончи тундры и профессор Висконт, и известный геолог Рихтер, в основном эти названия были подчеркнуты из высказываний, ну, так можно сказать, хозяев этих мест, Калины Ивановича Архипова, его сына Федора Калиновича, Леонтия Калиновича и Архипа Калиновича. Вот эти были четыре человека, которые прекрасно знали тундру. Они были проводниками очень многих экспедиций. Именно на базе их рассказов географ Гавриил Рихтер составил первый словарь такой названий местных гор, местных географических объектов.
Ну, мало найдется у нас в городе людей, которые не видели фильма «Броненосец Потемкин» и не видели матросов революционных, которые сбегали по знаменитой одесской Потемкинской лестнице. Но мы не Одесса, мы город помельче, да и моряков здесь у нас как-то и нет. Но лестницу, подобную Потемкинской, в нашем городе построили. Произошло это в 1958 году, именно в этом году она вступила в строй. Протяженность ее 77 метров и 69 ступеней ведут нас от центральной аллеи нашего парка прямо к водам озера Лумбалки.